полицейский бензовоз. А можно мне тоже канистру бензина, не? Здравствуйте, а что такое происходит у вас сейчас? Да, я сам. Ну вот это сейчас что происходит? Палево набираю. А на каком основании вы так перевозите? Вам автомобиль только заправлять? Это вы что будете заправлять? Да, в личных целях будете использовать его? Нет. Можно ваше удостоверение? Случайно. Сидите, да, пожалуйста. А это тоже друг приехал, да? Вы тоже приехали заправиться, не? Конечно, что будем заправиться нельзя. Не, я понял. Ну вот сейчас все будем заправляться как раз. Авака всем заплатит, да? А можно чек, да, у вас увидеть? Конечно.
Это они вас заставили нарушать ваши инструкции? Ну вы только что, вы сейчас нарушаете инструкции, ваши заправочные. Я знаю. Ну это не вас заставили, или не, если нет, то на вас будет написано так же самое, на ваше это вот, руководство будет записано так, запрос, или можно. Они вас заставили, или вы сами проявили инициативу? Я понял. Они вам какие-то деньги какие-то давали за это, что вы заправляете? Вы давали какие-то деньги? Ну, заправщику, чтобы он вас заправил. А? Вы не, а если зафиксировано, можно ваше удостоверение? Конечно. Вы не давали, нет денег? Точно не давали? Вообще не давали заправщику денег, да? Гитерман Александр, Александр Борисович, начальник сектора. Какого начальник сектора? Откуда вы вообще? С какого района? Андрушевского района, это вы приезжаете сюда заправляться или что? Случайно. А ваше можно удостоверение? Нет. Где ваш нагрудный значок? А почему не на груди? А? Я не слышал. А почему вы на груди? Или вы не на службе сейчас? Вы на службе находитесь? На службе. А что у вас не на груди значок? Ну, снял только что. В смысле снял? Статья 20 пункт 3 говорит четко, что нагрудный значок должен быть не снял, только что он у вас находится в кошельке. Повесьте, пожалуйста. Приведите себя, пожалуйста. Приведите себя, пожалуйста, ну, згідно этого. Как-то его там. Инспектор приведется, да и зараз находится, что, и циркулируется. Какая разница, он на службе находится? Я не потому, что ты холод. Я не повышаю пока, он на службе, удостоверение свое сначала. Сейчас представьтесь, кто вы. Я шар, что вы не представили, вы забыли представиться. До меня не повышайте голос. Вы забыли представиться, у меня командирский голос просто. Ну. Не повышайте. У меня командирский голос, еще раз повторяю, вы забыли представиться. Да, командир, да. Панькевич Сергій Броніславович, начальник сектора. Так точно. До кого района относитесь? Андрушевского. Андрушевского района. Да. Это у вас здесь заправка получается? Так точно. Я понял. А чего вы заправляетесь вот, в канистры? Потому что у нас такой заправки в Андрушевке немає. Это служебным автомобилем нужно перевозить топливо? А если сейчас что-то случится, смотрите, вы даже их не закрываете. Сейчас они разольются, и наши, и, не дай бог, сгорите вы, сгорите это вот автомобиль, и все. Ну. Не закрываем, а ну а что это такое делать? Иначе они не закрываются. То наоборот, навпаки, чтобы крепче трималось. Как крепче трималось? Ну, я еще ваше удостоверение не видел, кстати. А, не, ваше не видел. То я же показывал. Не, я посмотрел в значок, просто вы себя приводили в порядок, ты должен выглядеть полицейский. Ну, не показывал. Я вам покажу. Давайте я буду решать, показывал или не показывал. Кондратюк Миколай Олександрович. Я громадянин України, дільничний офіцер інспектор, я вас зрозумів. Я тот, кому ви давали присягу. Ви давали кому-то присягу? Так. От іменно ви мені давали. Так, да, я представитель того, кому ми давали присягу. Я як давав присягу, то я веду себе по-людськи. Да? Це некоректно. Приїхали, тут посторонні люди. Чи ви з чимось себе... Ви свою показуєте культуру. Це саме... Стоять працівники поліції, працюють... Товариш поліцейський, Ви давали деньги, фінансові средства заправщику? Які? Да, давали или не давали? Нет, деньги. Я вам сказал. Вы тоже не давали? Нет. А если сейчас на камере покажу, как давали? Пожалуйста, вон, идите. Не трогайте меня еще руками. Не показывайте не трогайте меня руками никогда. Культуру поведения. Какую культуру поведения? И показывайте. Какую культуру поведения? Ну, что вы этим добиваетесь? Я не могу понять. А? Зачем вы пистолет повесили? Мы заправились. Они, говорят, уже заправились. Не успел вот человек заправиться тоже. Окей. Ну вот. Как деньги? Деньгами через все, через бюджет? Вот, блин. А? Понятно, как вы отмываете бабло. Сейчас будете с личным автомобилем развозить бензинчик. Правильно? Я вам сейчас повторяю. Повторите мне еще раз. Вы в полиции приехали, в Андрушевском районе немає заправки АМИ. Розумієте? Договор заключен с заправкой ОКО вообще. Но я в цьому не компетентний. Ну я компетентний. Если вы не знаете, какая заправочная станция выиграла тендер, так я вам объясню. Заправочная станция ОКО. Ну, видите, вы некомпетентны. Ну, на майбутнє, якось культури себе ведіть. Ви показуєте це. Если он мне врет в глаза, если я зафиксировал, как он взял, как тебе передал финансовые средства заправщику, заставил его пользоваться своими служебными полномочиями, заставил заправщика заправить пластмассовую тару, что запрещено инструкцией. Что запрещено инструкцией заправщика, понимаете? Мы зараз нормально спілкуємося. Мы нормально спілкуємося. Так я не кричу, это вам просто кажется. Ви просто можете хотіти заправщика взять камеру, відібрати. Да у меня есть камера, у меня есть зафиксировано все. Зачем мне? Я не кричу. Ну. Так будет, відповідний орган буде написано заяву на вас. Просто свої культури показуєте перед людьми. Какой культури? Какой культури? Я порушу громадський...
Я порушу громадський порядок. Я порушу громадський порядок. Я порушу громадський порядок. Я питаю, до мене є якісь питання? Да, є питання. Які? Ви сказали, що я не культурний. Чим саме я був не культурний? Я вам раджу, будь культурним. Чим самим я був не культурний? Не кричи. Я не кричу, у мене просто громкий голос. Я 5 років робив гідом без мікрофона. Я знаю, яким ми робили. Знаєте, ну бачите, молодець. Коли ви бачите мене по гражданці, ви тікаєте. Зараз щось ви такий герой. Кого? Вас по гражданці? Де вас видів по гражданці? Втікаємо. Я вам бажаю здоров'я. Втікаємо, ти, втікало. Так наоборот, коли ти будеш по гражданці, ти би не втікав. Правильно, товариш поліцейський? А що такого происходило? Скажіть, будь ласка, як ви будете їхати повним багажником бензином? Ви не боїтесь за свою безпечність? Ні. А если оно разольется, сейчас загорится, сгорит вот новая машина? Да машина такое дело, полицейские сгорят, вам не страшно, ну? За нас уже турбуетесь. Конечно, турбуюсь, ну. Потому что у вас вложили сколько там, 128 тысяч гривен, ну, моих денег. Других вот человека вложили денег, ну. Что, какие запитания? Не, ничего, будут соответствующие органы написаны заявление на вас. Будут приняты по вам, думаю, какие-то меры определенные. Все, я вам благодарен.